Здравствуй, папа. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась. Да чего же прежним был во сне? Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я бежу и висну на тебе. А потом мы начали бороться. Одолела я тебя в борьбе. А потом даю тебе два осколка, что нашла недавно у ворот. Говорю тебе, а скоро елка, и придешь ли к нам на Новый год? Я сказала, тут же и проснулась. Как случилось это? Не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась, с удивлением глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно, что круги в глазах от этой тьмы. Да чего же стало мне обидно, потому что вновь расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький голубчик мой родимый, знаешь ведь, что скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, так желаю, поскорей фашистов одолеть. Чтоб они наш край не разрушали, чтоб как прежний можно было жить, чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром каждый день светился яркий свет. Поклонись бойцам и командирам, передай от меня привет, пожелай им всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь. Я тебе пишу и чуть не плачу, это так, от счастья, твоя дочь.